Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Unlisted. Благодаря тебе, благодаря твоим лайкам, благодаря твоей поддержке, я вижу, что тебе интересно смотреть мои поигрушечки в эту легендарную игру, я как бы продолжаю, вот. Сам я пока в нее особо не играю, стримов по ней, как я уже говорил, не будет, так как, ну, я уже говорил, да, баги, лаги, вот когда исправят, вот, возможно, будут стримы и так далее. А в данный момент я отдыхаю. Вот, чтобы вышла следующая серия, ты знаешь, что надо сделать, надо поставить лайки, да. И, в общем, ребят, я решил так. Короче, надо теперь не 50 лайков, а 100 лайков. Кто скажет, ты что, охерел, какие нахрен тебе 100 лайков, за что, типа, 50 хватит. Нет, ребят, дело в том, что вы 50 лайков собираете буквально за 3 часа после выхода серии. Только серия выходит, через 3 часа уже собрали 50 лайков. Ну, то есть, как бы, надо мне, получается, уже, ну, садиться и новую серию записывать, да? Вот, ну, вы что-то больно быстро собираете, а 100 лайков, я так смотрю, они в течение, там, дня, двух дней, там, они собираются, ну, 2 дня где-то на это надо, вот, и будет выходить серия где-то раз, ну, в 2-3 дня, пока они там соберутся потихонечку, эти лайки, вот, а вы, блядь, только серия вышла, уже 50 лайков наставили, ну, пиздец. Так что, ребят, новые условия, да, мой канал, мои правила. В общем, 100 лайков, и мы, ну, продолжаем играть. Играем сегодня в Москву, в нашу любимую с тобой. Вот, потому что вы очень быстро собираете, больно меня это напрягает. Кто-то меня пригласил в группу, ну, давай мы возьмем человека в группу, раз он нам кинул приглашение. Вот, мы возьмем его в группу, если он тупить сейчас не будет и быстренько примет приглашение, то мы пойдем в Москву. Да, мы с ним пойдем в Москву. Манчелерлет какой-то, не знаю, что у него за ник, или Майянчлерд, я не знаю, как у него ник этот прочитать, тут единицы за место то ли I, то ли L, четверка за место то ли Ч, то ли хуй знает чего, не знаю, в общем, какой-то чувак, вот, я не могу, я не знаю, как эти ники читать, вот, короче, продолжаем с тобой немножечко играть. Не знаю, когда это все пофиксят, пока что-то тишина, по багам, по лагам. Вот, что у нас там, 87 ранг, я бригадный генерал, ребят. Так что вы мои подчиненные, а я бригадный генерал. Вот, что кого-то найдет. Я, кстати говоря, играю на сервере Северная Америка и Европа. Не на Восточной Европе, то есть не на наших серверах. Я играю как бы Северная Америка и Европа. Что, какая Северная Америка? Или там Северная Америка? В общем, европейские сервера, да, здесь пинг. Да, здесь пинг, но здесь мне как-то пока больше нравится, по крайней мере, меня не ваншотят из-за пинга. Конечно, я не ваншочу никого. А что с дорогой? Дорога какая-то, блядь, не такая, нет? Какая-то она не русская. Какая-то, ну, какая-то не прогрузилась, что ли, или что? Я вроде настройки не трогал. Или это за освещение такое? Вроде она темнее вроде была, или что? В общем, ладно. Давай, побежали. Все, пацаны, в атаку. Есть, товарищ командир. Что у нас по людям? Угу. Так, 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 против нас. Геймпадники, смотрю, сегодня не играют против нас геймпадники. Против нас сегодня геймпадники не играют. Так, где-нибудь, блядь, здесь вот респаун заебаним. Вот, здесь где-нибудь поставим. Так, уже пошел контакт, смотрим. Так, кто у нас там? О, The Wood. И ну, какие-то они тут всякие вики у всех одинаковые. Виктор, и там Викром какой-то, хуй поймешь. Так, ладно, побежали. Поиграем с пингом, поиграем еще с чем-нибудь. Потому что на восточном сервере что-то меня заебало играть, потому что там одни киберкотлеты сраные. А еще, кстати говоря, на нашем восточном сервере, то есть восточный это, в принципе, ну, где Россия, да? Восточный сервер это где Россия. А, у нас здесь пиздюк сидит, что я туплю? Вот, то есть это... Да, блядь, я сам же на своей взрывпакете, блядь, трахнулся. Короче говоря, это же... Тут американцы играют, заходят со своим охуенным пинг... О, господи! Выебонщик, блядь. Выгибонщики эти, даже здесь они есть, ребят. Вот эти вот кьюе, блядь, как же они меня, сука, бесят, блядь. Деградирующее общество, население. Я, блядь, думаю, разработчикам надо нахуй отключать эту хуйню.
А, знаете, из чего вот этот QA, эти киберкотлеты? Я же взял себе в группу этого, Манджерланда, вот этого вот. Вот из-за него, кстати говоря. Может, если у него высокий левел, из-за чего, блядь, я сгорелся. Охуеть. Он там за километр, и я загорелся. Ну, замечательно. Вот из-за него, кстати говоря, может быть. В общем, не беру я больше никого в катки, ребят, без обид. Если кто-то там кидает мне, и я не беру, то, блядь, без обид. Потому что вы там заходите 30-х левелов, и меня кидает, блядь, хуй пойми каким нагибатором. К этим вот QE, блядь, типа, блядь. К этим аутистам. Аутистов я не люблю. Ну, вот, вот именно здесь, в этой игре. Они здесь, блядь, странные. Подожди. Да подожди ты, блядь, запутался, не понимаю, где я нахожусь. Подожди. Ага. Короче, я здесь сяду. Я сказал же, блядь, вызывай огонь артиллерию. Блядь, артиллерию нахуй вызывай. Я же вызвал. Взрывчатка установлена. Не дайте ее обезвредить. Надо, короче, охранять эту точку, я думаю. Надо прям по-жесткому. Как крысы вот эти. Будем сидеть по углам, короче. Команду я отдал на агрессию. Так, там зарядка, да, у нас здесь зарядка. Я еще никого вообще не убил. Ну, это понятно, да. Ну, наверное, вот этот Манчурдранан, вот этот, которого я взял с собой в катку, играет всего у него 30-й левел здесь, и он... Ну да, ZH-29 мы играем против них. Я больше никого в катку не беру, в пизду. Меня заебал сидеть с нулевым счетом. Я, конечно, понимаю, вам там классно, вы получаете удовольствие, играете со мной, но в пизду. Я-то не получаю удовольствия. Ждем. Там Виктор, блядь, этот идет. Хуеплетинг. Хуеплетинг. Хорошо. Будем тоже, блядь, зажимать этих пиздюков. Ага. Так, а нам бы... Кто скажет, что это проблема не в игроках, а это проблема в тебе? Нет, ребят, проблема в игроках, потому что... типа, куда кидает, потому что они-то уже прокачаны 30-х левелов, у них там автоматы, пулемет, а я, блядь, с бердянка бегаю. Ну что это, блядь? Это ж нормально, ребят, как думаете? Я считаю, это ненормально. О, крысюнчик. Я понял. А кто там такой? Что это за крысюнчик? Какие те, блядь, координаты техники? Техники противника. Так, заходим. Он здесь один был? Нет, по-любому не один. Ага. С другом сидели. Понятно. Письки друг другу целовали. По-любому. Или втроем вы, блядь, здесь. А, нет, смотри-ка. Еще один был. Убираем специально вот этих пиздюков, которые стреляют в спину, чтобы нашим спинам не стреляли. Забираем их, просто проходим. Здрасте, мужчина. Ничего не вижу. У меня туннельное зрение, если кто-то, опять же, не знал, кстати говоря. У меня туннельное зрение. Я вижу, блядь, две этих перед собой. Я перед собой два пикселя вижу, а дальше ничего не вижу. Вот куда смотрю, там и вижу. Вот. Кто-то скажет, а ты что, не видел? Он там слева был, он там, блядь, справа был. А это что, это наш или что? Ага. Это Виктор, блядь. А Виктор откуда стрелял? Сейчас мы сломаем. А, понятно. Понятно, они там заняли кемпедрические позиции. Я понял. Кстати говоря, через мой респаун даже, по-моему, никто не респаунился. Ну ладно. Посадки по FPS-у опять. Какие-то небинические. Нахуй пошел отсюда. Будем сторожить, короче, окна. Охуенный снайпер. Так, он знает, что мы здесь. Он нас отрабатывает, он пытается. Он там. Пытается нас отработать, но мы ему не даем. Мы перекрываем его нахуй. Чтоб пацан о себе там много чего не возомнил, блядь. Ну, снайперка, конечно, говно вот это. Как снайперка.
снайперка, она говно. Пацан вообще на рубаху такой, да как он, блядь, меня попадает? Ну чё, блядь, читер? Да, ребят, я читер. К сожалению, я читер. А чё поделаешь? Я просто родился читером. Вот, и живу читером. Откуда там летит, не вижу. Все, ушел оттуда, пиздюк. Хорошая позиция, кстати говоря, здесь лежать. А, это враг. Вроде бы, блядь, там все как надо летит. Я даже наблюдаю, как пуля летит. Вроде бы пуля летит как надо. Получается, что никак, блядь, надо. Ага, они сменили позицию, они поменяли дом, да? Они поменяли дом. Блядь, Викрам этот HD. Это он, это чувак, который прокачан на максимум. Он прокачан, блядь, на максимум. Нахуй, пошел. Он прокачан на максимум, я его уже неоднократно, блядь, встречал. Этого чувака. Уже неоднократно встречал, короче говоря, это какая-то киберкотлета тут местная. Задрот сраный, блядь. Жизни личной нету, наверное, только, блядь, в одну игру играет, блядь, всю жизнь. Кстати говоря, знаете, я что заметил? По жизни вообще. То, что если человек очень хорошо играет в шутеры, если он хорошо играет в шутеры, то... А почему ты в воде, блядь, был? А почему у него лицо в воде? В воде? Он что, утонул? У меня здесь чувак тонул? Очень хорошо, если чувак хорошо играет в шутеры, прям хорошо, то в других играх он вообще хуёво играет. То есть в какие-то там стратегии, еще в чем-то, какие-то, где интеллектуальные какие-то игры. Ну, знаете, такие логические. То есть чувак вообще очень плохо обычно играет. Я просто такое заметил. Вот, то есть, ну, можно сказать, то, что если чувак хорошо играет... Ну, вот у меня маленькая пиписька, короче. Вот. Да, блядь, да я ж попадаю. Ну, ребят, ну что за хуйня, блядь? Кто скажет, ты играешь на Европе, у тебя не регистрируют. Все регистрируют. Там, ну, видно, что прям попадает туда, куда надо. Короче, нас зажали, да? Нас зажали, короче, и не дают. Не дают нам ничего сделать. Я туда, в принципе, суваться пока не хочу. Блядь, да встань ты. Вот, я туда пока суваться не хочу. Хотя, ну ладно, хуй с ним, пошли, сразу сдох. Надо прорывы делать. Но мы играем против киберкоты, потому что я, блядь, взял в группу чувака. И все, блядь, из-за этого он тоже там, видимо, прокачанный, так как он на первом месте. Хуй знает, он, наверное, может 30-го левела, хуй знает. Ну, я все время замечаю, когда я беру кого-то в катку, меня все, меня кидает, блядь, киберкотлет. Больше никого брать не буду. В пизду. Ну да. Просто сносит охуенно. Да, блядь, да возьми хоть что-нибудь. Да. ВМП, снайпер, МКБ, блядь, все понятно. Короче, я больше никого в катки не беру, в пизду. МКБ, ну я понял, почему мы ничего выиграть не можем. Вот такая вот катка, ребят, это не я виноват, это вот подписчики мои такие. Да, вот лайки ставите, а потом такие серии получаются. А кто, блядь, в этом виноват? Сейчас, смотри, буду ставить, сейчас зайду. Кто в этом виноват, ребят? Я? Нет. Это вот мои подписчики. Да. Почему-то никто не смог. Да, с МКБ это, блядь, снайперская. Ага. Когда ее уже пофиксят? Когда ее пофиксят? Когда она, блядь, перестанет нахуй так стрелять? Фиксите ей, блядь, скорострельность нахуй наполовину. Либо точность наполовину сразу фиксите. Нет, мы не будем фиксить, потому что мы, блядь, лижем жопу у тем ребятам, кто играет за, блядь, немцев. Мы очень сладко им лижем. Так сладко, что, блядь, охуенно. Как ты, блядь, сюда простреливаешь? Чё ты здесь простреливаешь? Отъебись. Да хорош, блядь, простреливай. Кто чё куда простреливает? Прострельщики, блядь. Я, кстати говоря, там чуть-чуть не... Блядь, сейчас подожгусь, да?
Да, за родину. Поставьте, там чуть-чуть же осталось. Вы что не можете, блядь, докрутить, блядь? Докрутить, что ли, не смогли? Ой, знаете, что я думаю? Надо вот эту хуйню вот с этим вот прострелами стен танков, танками. Мне кажется, надо это убирать. Мне кажется, это надо убирать, но это больно имбово. Да пизды больно имбово. Кто-то скажет, это реализм. Это не реализм, это ебантиизм. Понимаете? Локации маленькие. Три дома на всю карту. И при этом все, блядь, простреливается. Да, Андрюх, как у тебя дела, Андрюх? Нормально, говорит. Хорошо, говорит. Говорит, встал утром, говорит, позавтракал, хорошо. Молодец, красавчик. Красавчик, Андрюх. Ебать, у меня пинг, нахуй. Ебать, я пятерых убил. Вот это я могу. А тут где-то самолетик был. Я хотел бы ему немножко пиздюлей дать. Если можно. Давай газульку прибавим до соточки. Так. Или что, он все? Он закончил? Я не видел просто в этом, в килл-чате, этом, в килл-тайме в этом. Что он же там упал, не упал. Я бы хотел бы ему триндюлей дать. Блять, пока... А, не, вон он живой. Он живой, живее всех живых, блять. Как Ленин. Только он не Ленин. А, вот, он теперь разбился. Понятно. Ну, чувак, с Карелией. Там 39М, или как она там называется. МКБ, Карелия. А мне говорят, ой, ППШ гнет. Вот смотри в хил, в этот, в чат, где киллы. МКБ, МКБ, блядь. Где ППШ? Мне говорят, ППШ, там ты что? Тоже дисбак. Где видите, чтобы ППШ был? Чтобы ППШ, ППШ, ППШ. Где? Ну, ППК 41, ладно. Снайперская СВТ, снайперская НСВТ, ППК АК, ККК. О, МКБшечка опять. Сейчас, подожди, они НКБшечки возьмут. Блять, я развернусь сегодня, нет? Кто скажет, вон, смотри, снайперская СВТ. Ну, блять, это снайперская СВТ, у ней скорострельность нет нихера. Он сидит где-нибудь, крысит и стреляет. Хоть бы метку что-нибудь какую-то, блядь, поставили. Типа там враг. Давай еще разочек скинем. О, близко больно. Точку поставили, конечно, здесь. Точка слишком близко стоит. Еще разочек скинем и пойдем. Ну, конечно, какой бы там мы пойдем. Мы там уже все, мы там всрали. Вот. Да, кто-то скажет, зато живой онлайн, зато все играют. Ну, блядь, нет, я так... Вон, Викрам, видишь, 99 киллов. Почему? Ну, потому что у него МКБ, блядь. У него там читерные, блядь, стволы. Да ёб твою мать, разработчики. Если вы, блядь, когда-нибудь увидите это видео, поставьте точку, блядь, подальше. Я, блядь, разворачиваться не успею, я пролетаю. Поставьте ее подальше. Чего вы ее, блядь, как близко в километре поставили? Ну, поставьте 2 километра. Пиздец, я даже развернуться. Даже на бой закрылки приходится ставить. Я просто развернуться чисто технически не могу. Вы показали, где враг. Типа, враг оттуда идет. Типа, сам, блядь, догадайся. Догадаешься, блядь, молодец, дадим конфетку. Мы здесь остановимся, пожалуй. Ну, двоих что-то там немножко поцарапал, и все, короче, да. Никто ни метки, ничего не ставит, нахуй надо. А кто спрашивает, что мы всираем? Спасибо, хоть респаун поставили. Атакуем, атакуем, атакуем точку, чего переживаете? Здесь враги пробегают. Ставим метку.
Что враги здесь бегают, блядь. Это что происходит? А как меня, папа, кто в меня, блядь, пропал? Союзник устанавливает взрывчатку. О, искривляльщик, блядь. Это кто был? А, Куки, вот Джай какой, да? Какая-то печенька сраная, обосранная. Обосранные печеньки там бегают. Не кажется ли, блядь, здесь где-то пикает? На, нахуй, с МКБшкой, блядь. Даже не слышится, блядь, или они прям здесь где-то уже бегают? Ну-ка, выглядим как киберкотлета. Прячемся. Да, снайперская МКБ, блядь, заебали, короче говоря. Я на баланс говно в игре. Чё, ничего мы, да, не сделали. Как бы, ну, а чё мы сделаем, блядь? Ну, чувак бегает туда-сюда. Туда-сюда, блядь, бот. Бот, туда-сюда. Огонь нахуй на себя. Умрем как герои. Ну как герои? Хуёвые, но герои. Да, вот такие вот пироги, а чё хотели, ребят, да, вот такая. Кто-то думал, весело будет, классно, но вот так вот. Это потому, что я взял чувака с собой в катку. По-любому. Да. Так, ага. И я кое-как там 34 килла сделал. Вообще у нас не особо все при... Вот, блядь, Викрам, блядь, этот HD ёбаный. 109. Они, наверное, мне кажется, вот с этим в связке были. Жалко, знаете, не показывается группа. Знаете, то есть, ну, кто с кем в связке, если кто-то заходит. Вот, не показывается. Это очень жалко. Было бы прикольно, если бы показывалось, но, к сожалению, не показывается. Вот такая вот серия, вот такой вот, да, вот, ну а что поделать. Тут не надо было человека просто брать, то есть так бы нормально бы отыграли. Вот, вот из-за такого начинает бомбить. Блять, меня 22-го левела, у меня еще 23-й качнутый, 22-го левела кидает с немцами, блять, у которых... Там даже, по-моему, снайперская гверка вот эта вот была, премиумная. Вот кидают к 35-м, вот из этой мочили там всех. Кидает к тем, у кого, блядь, снайперская МКБ, 31-й. Меня 20, блядь, 2-го левела. На 10 левелов выше соперники. Ясен хер, если бы я был там 30, блядь, 1-го там, или 30-го, у меня бы был бы ППШ хотя бы. А у меня даже ППШ, блядь, нету. Вот этого вот. Штурмовиков 3-го уровня нету. У меня нихуя нету. А меня кидают. Хер пойми куда. Давайте мне 35-го левела, у меня ПД-29 будет. Я всем буду разносить лица. Вот это вот бесит, вот этот баланс дебильный в игре. Ладно, увидимся с тобой, возможно, в следующей серии, если ты поставишь, как я уже говорил в начале серии, сколько лайков. Вот столько лайков вот поставить и будет. Нет, нет, больше никого брать, короче, не буду, в пизду. Увидимся с тобой в следующей серии, наверное, когда-нибудь. Всем до встречи, всем пока.